Всем привет, друзья из сердца Азии! Сегодня мы отправляемся на обед в очень интересное место. Таких ресторанов я мало где видела у себя в стране, но в Азии они все больше набирают популярность. Я уже снимала 2 видео из подобных ресторанов, и ссылки можно увидеть на экране. Далее нас приглашают внутрь и проводят нас до столика. Мы выбираем столик на 4, так как он больше, потому что еды сегодня будет очень и очень много. У каждого столика есть определенный набор, а именно соевый соус, влажные салфетки, столовые приборы, дополнительные тарелочки для соуса и плита, где будет вариться наша еда. Сегодня мы будем кушать хот-пот. Это китайский вариант приготовления пищи. Вы выбираете, какой сет вы хотите, а далее вам будут приносить ингредиенты из меню, и ваша задача готовить это самому на плите. К нам подошел официант и рассказал, какие есть варианты. Самый дешевый сет стоит 438 новых тайваньских долларов, куда входит только говядина. Сет за 498 имеет лучшее качество говядины, а самый дорогой сет стоит 578 новых тайваньских долларов, куда входит и говядина лучшего качества, и морепродукты. Далее предлагается выбрать суп, то есть основу, где, собственно, будет вариться наша еда. Первым делом нам наливают суп в котелок и ставят его на огонь. Когда суп закипит, туда можно будет бросать наши ингредиенты для хот-пота. Мы взяли японский суп и острый суп. Вот нам приносят нашу первую партию. Мы заказали самый дорогой сет за 587 новых тайваньских долларов за человека, куда входят и морепродукты, а именно креветки, моллюски и гребешки. Все это лежит на отдельных специальных тарелочках. И следующее — это куриная ножка. Ее немного, да и в хот-поте курица на Тайване не очень часто встречается. Хотя все равно достаточно будет интересно ее здесь попробовать. Больше всего тайваньцы любят есть говядину в хот-поте. Это мелко нарезанные кусочки говядины шабу-шабу. В супе она готовится за считанные минуты и легко пропитывается супом. Разница лишь в качестве этой говядины. Считается, что то, где больше жира, это хуже качество. Но говядина совсем без жира будет более твердой в супе. А где жира нет, это считается высоким качеством. Во всяком случае, так мне рассказывали. Все очень аккуратненько лежит, по чуть-чуть. Позже можно будет заказать это все в неограниченном количестве. Сидеть в ресторане можно довольно-таки долгое время, но на заказ отводится только 1,5 часа. Следующее, что можно взять, это овощи и так называемый гарнир. Лежит это все в специально отведенном месте. Из-за карантинных мер, которые очень строги на Тайване, набирать себе еду можно только в маске и в перчатках. Когда вы вернетесь к своему столику, перчатки и маску можно будет снять, но во время набора еды только в маске и только в перчатках. Берем деревянную посуду и выбираем овощи для хот-пота по желанию. В обычных хот-пот ресторанах тайваньцы вообще любят вареные овощи, поэтому тут представлена капуста, тыква, водоросли. Мне очень нравятся древесные грибы. Также можно взять ростки и тофу. Все это лежит в специальном прохладном месте. Еще мы набираем лука, но мы его не едим, а бросаем в суп для вкуса. Следующее, что необходимо приготовить перед началом трапезы, это, конечно же, соус. Его мы будем готовить сами. Здесь представлены некоторые варианты соусов, которые можно смешивать как угодно. Можно взять молочный соус, соус карри, соевый соус, острый соус, сладкий соус, а можно это все дело перемешать. Наливать можно в специальную тарелочку маленькой ложкой, чтобы не разлить. Что мне здесь очень понравилось, так это то, что к соусу можно добавить овощи, а именно чеснок, красный острый перчик, имбирь, зеленый лук и лайм.
Возвращаемся к своему столику, у нас уже все подготовлено для вкусного обеда. Бульон начинает закипать, и сюда уже можно бросать ингредиенты. Первым в суп идет говядина. Она приготовится буквально за несколько минут и поменяет цвет. У нас, кстати, на столе очень много чего вкусненького лежит, но это только первая партия. Говядина уже приготовилась, она поменяла цвет и стала сероватого цвета. Достаем ее палочками и кладем в свою собственную тарелку из общего котелка. Мне уже не терпится ее попробовать. Кстати, хот-пот или хога – это название не конкретного блюда, а название способа приготовления пищи, когда еда варится в котле прямо за обеденным столом. Нарезанное ломтиками деликатесное мясо в горячем бульоне обладает потрясающе нежным вкусом. На самом деле на вкус это просто великолепно. Мясо полностью впитало в себя острый суп. Это самая лучшая японская говядина. Здесь отсутствует жир. Закидываем остатки овощей в котелок перед тем, как возьмем новую партию. Лапша, овощи, тофу варятся быстро, всего 2-3 минуты, но их лучше закладывать ближе к концу, чтобы они впитали в себя аромат и вкус бульона. Также важно не переварить, иначе овощи размякнут. Хотя, например, пекинскую капусту я всегда варю пару минут, а китайцы пару секунд, чтобы она похрустывала. Но тут уже дело вкуса. Закладывать лучше не все сразу, а порциями, чтобы еда не переварилась, пока вы ее вылавливаете палочками и едите. Таким образом получается несколько заходов. Мясо, рыба, грибы, овощи, тофу, лапша и снова по кругу. У меня это японский соус, который чем-то напоминает смесь сладкого соевого соуса и уксуса. По качеству мне, конечно, больше понравилась первая говядина, та меньше жира, она понежнее. Эти кусочки довольно-таки мягкие и чувствуется, что мясо намного жирнее. Мне однозначно больше понравилась первая, хотя и это тоже очень вкусное, особенно с моим любимым соусом. Заказ делается через телефон, вы сканируете QR-код на своем телефоне, а потом вам открывается сайт. Там уже автоматически занесен номер вашего столика, и далее вы выбираете, сколько порций вы хотите, исходя из того, что вы оплатили. Приносит это все специальный робот. Возвращаемся к морепродуктам. В набор входят креветки, гребешки и мидии. И при первом заказе все лежало на одной тарелке, но в меню можно выбрать что-то одно. Закидываем все это в наш котелок. Если палочками есть неудобно, то можно помочь себе специальным черпаком. Дополняем котелок овощами. Все это выглядит очень даже красиво. Сейчас будем доставать оттуда наши гребешки. А вот так выглядит занимательный процесс вылавливания мидий и гребешков из горящего котелка. Для этого у нас уже приготовлены специальные щипцы. Опять кладем еду из котелка в свою тарелку. Я достала креветки и положила их на отдельную тарелку, чтобы те остывали. Мне еще предстоит их почистить.
И снова чудо-робот приехал, чтобы принести новую порцию. Он подъезжает к каждому столику. Необходимо забрать свой заказ, а потом нажать на кнопку «Получить». Этот робот-котик пойдет дальше. Задача официантов здесь только объяснять меню и забирать грязные тарелки. Заказ принимает приложение, а еду разносит робот. Очень удобно, но и плата за сервис здесь 10%, которая уже включена в ваш чек. Еще мы взяли двойную порцию ракушек. Мне нравится их грызть, как семечки просто. Закидываем это все дело в котелок. Выглядит, конечно, очень залипательно. Когда выловил всего по чуть-чуть, то получается вот такая вот кашица. Будем это все жевать по одному. Креветки нужно чистить, а моллюски отделять от ракушки. Здесь у меня что-то осталось от соуса. После Тайваня я очень полюбила именно готовку с соусами. Еще мне понравилась идея, что можно все смешать и перемешать. Как говорят мои друзья тайванцы в шутку, микс стайл. Мы довольно частенько ходим в подобные заведения. Многие считают, что задачей похода в безлимитные рестораны является наесться от пуза и как бы отбить цену. Я же считаю, что это возможность попробовать как можно больше всего за те же деньги. В обычном ресторане вы заказываете одну, максимум два блюда и все. Здесь же у вас и креветки, и моллюски, и гребешки, и два типа говядины. Также можно взять гарнир в виде риса и лапши. Овощи, также включен десерт. У меня есть еще два видео на канале из подобных ресторанов, поэтому советую посмотреть. Вот последний раз к нам приезжает этот чудесный робот. У него высвечивается номер столика, а потом можно забрать у него заказ, и он пойдет дальше. Кстати, если его погладить, то он даже будет мурлыкать. Удивительно, до чего же дошел прогресс на острове. Достаем уже остатки еды, время закончилось, точнее время заказа. Заказывать еду можно только в первые полтора часа, а сидеть здесь можно только 2 часа. Еще хотела добавить, что я раньше никогда не смешивала рыбу, морепродукты и мясо. Это казалось каким-то некошерным, что ли. На Тайване с таким понятием я не сталкивалась. Здесь хот-пот как раз таки обычное дело. Вот так вот всего помешать. И наоборот, чем больше таких классных ингредиентов, тем лучше. В других ресторанах, кстати, еще могут в хот-пот положить курицу. Из мяса здесь в основном говядина и курица. Свинину чаще едят в барбекю. У нас осталось время на десерт. В качестве десерта можно выбрать мороженое, либо выпечку. Я выбрала мороженое. Есть мороженое с ванилью или с зеленым японским чаем матчи. Или оба вместе. Я, естественно, выбрала оба вместе. Все это можно брать в огромном-огромном количестве. Кстати, достаточно вкусно. Мороженое с зеленым чаем мне всегда нравилось, хотя матчу я не пью вообще. Еще предлагаю посмотреть, что же здесь есть из напитков. Все это находится в специальной зоне. Здесь у нас автомат с газированными напитками. Далее стоит автомат смузи. Это замороженный сок с зимней тыней, либо кислой сливой. Ну и на последнем это чай, либо кофе. А здесь у нас раздел с десертами. Вот если мясо здесь просто роскошное, то десерты, понятно, довольно-таки забавные. Это маленькие кусочки тортика из матча и желе. Тайваньское желе, оно безвкусное, поэтому нужно полить сладким соусом. Ресторан находится прямо в центре города, на высоком этаже, поэтому отсюда открываются очень красивые виды.
Это город Гаосюн на юге Тайваня. Третий по величине город острова с населением 2 миллиона человек. Кстати, это уже третий безлимитный ресторан с высокого этажа на моем канале. За двоих мы заплатили 1156 новых тайваньских долларов, плюс 10% обязательная плата за сервис. Итого чуть больше, чем 1200 новых тайваньских долларов. Это примерно 40 американских долларов.